Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, это очередное видео про развитие нашего канала, которое мы хотим оставить здесь для истории. Но видео это не простое, а юбилейное. Я постараюсь сделать его коротким, а вы обязательно досмотрите его до конца, тем самым помогая развитию нашего канала. Итак, поехали! Это 100-е видео на нашем канале. Когда мы решили вести канал, то поставили цель выпускать по одному видео в неделю и ни в коем случае не пропускать и не задерживать выпуски. Это было действительно сложно, особенно с учетом того, что первых несколько месяцев наши видео практически никто не смотрел, а количество подписчиков увеличивалось на несколько человек в неделю. Но мы знали, что это работа на перспективу, которая начнет приносить свои плоды не через месяц и даже не через год, а потому не опускали руки и двигались дальше, несмотря ни на что. Первых 6 месяцев мы загружали исключительно одно видео в неделю, потому что научиться снимать и монтировать непросто. И это не говоря уже о том, что нужно было оставить время для основной работы и других занятий, которые мы не бросали. Начать вести канал активнее мы планировали уже после эмиграции в США, но так как из-за прокламации и пандемии переезд затягивается на более длительный период, чем мы планировали, мы решили попробовать запустить новый формат новости. И мне кажется, у нас получилось очень хорошо. Видео стали выходить гораздо чаще, а канал начал расти быстрее. И если за первых 6 месяцев мы выпустили 29 видео, то за следующих 5 месяцев вышло уже 71. Если сложить продолжительность всех видео вместе, то получится чуть более 11 часов, что для нас колоссально много, ведь на производство одного 5-минутного видео от А до Я уходит примерно 5-7 часов, в зависимости от того, о чем оно. И если посчитать, то на все видео у нас уже ушло более 700 часов непрерывной работы. Так что, как вы понимаете, на YouTube уходит намного больше времени, чем мы планировали и чем вы можете себе представить. В будущем мы обязательно запишем полноценное видео на тему того, куда уходит столько времени на создание 5-минутного ролика. И если к таким видео будет проявлен интерес, обязательно будем рассказывать о всех нюансах ведения блога еще больше. Выпускать видео с новостями сложно. Делать это необходимо максимально оперативно, ежедневно просматривая тонны нужной и ненужной информации. Тратишь на эту кучу времени, а потом видео за несколько дней полностью теряет свою актуальность. Поэтому, если вы хотите, чтобы такой формат жил как можно дольше и видео выходили как можно чаще, не забывайте ставить лайки и писать много комментариев. Мы говорим про это каждый раз не просто так, а потому что это действительно работает. Каждый лайк и комментарий дает потенциальную возможность нашему видео попасть в рекомендацию к новым зрителям, и только благодаря этому наш канал растет и развивается. В этом месяце канал перешагнет отметку в 500 000 просмотров, а там уже и миллион не за горами. Друзья, проявляйте как можно больше активности под любыми нашими видео, но я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.